Привет! С вами Тамара Огин. Сегодня я в необычном ракурсе, потому что мы с вами будем говорить о том, как пользоваться педалью. Мы разберем ее самый используемый вид – это запаздывающая педаль. Я ее еще называю вздрагивающая. Сейчас поймете, почему. Вообще, способов использования фортепианной педали достаточно много. Но можно выделить три основных. Это, собственно, запаздывающая педаль, педаль прямая и педаль плавающая. Вот в том, что я сейчас только что сыграла, я постаралась все эти виды так или иначе применить. Про прямую и плавающую педали мы сегодня поговорим буквально парой слов в таком ознакомительном порядке, потому что они используются, ну, на порядок реже, чем педаль запаздывающая. А вот про нее поговорим очень подробно, разберем вообще весь ее механизм, потому что там вся штука в координации. Почему она используется чаще всего? Потому что она универсальна по своему звучанию, вот эта запаздывающая педаль, она позволяет очень аккуратно соединять ноты, аккорды друг с другом. Без каких-то там наплывов, грязи, без дырок, без ничего. То есть вот как хорошо наклеенные обои на стене, стыка не видно. И я, например, абсолютное большинство своих фортепианных задач решаю именно с помощью запаздывающей педали. Поэтому мы ее и разберем. Но для начала, я думаю, хорошо бы поговорить о том, а каким, собственно, процессом управляет педаль. Потому что особенно вот в такой конфигурации электронного пианино вообще непонятно, что там делается. Там какая-то примочка на полу, от нее проводок. И что там делается? Вот. Но это же все имитация акустического инструмента. А у акустического инструмента вот клавиши, а дальше идет весь механизм. Либо по вот этой оси у рояля, либо по вот этой оси у пианино. Там и струны, там и молоточки, и прижималки, и куча фетра. И вот из этого всего механизма нас сегодня интересуют два элемента – струны и демпфера. Демпфера – это такие штуки, прижимающие, вот так вот, которые глушат звук. Они забирают на себя колебания струны и приглушают ее. Вот мы сейчас без педали пока нажимаем клавишу. Молоточек ударил по струне, она звучит. Это происходит потому, что в момент нажатия клавиши, ну и, соответственно, удара по струне, вот этот демпфер отходит от струны. И он позволяет ей колебаться и издавать звук. Как только мы этот звук, ноту, снимаем, демпфер прижимается обратно. У него вот на этой поверхности, обращенной к струне, такая мякушка фетровая, он ее очень деликатно глушит. Звук прекращается. Да, педаль управляет именно этим процессом. Она не дает демпферу заглушить струну. Мы нажимаем педаль. Пианино самоиграйка. И только когда мы снимем педаль, у нас прекратится звук. На мой взгляд, понимание именно механики процесса вот там, по ту сторону, позволяет впоследствии при изучении, собственно, своей игры с использованием педали набирать все больше и больше оттенков работы этой педали. То так ее подснять, то чуть позже, то чуть раньше, то туда, то сюда. И палитра наших красок музыкальных становится шире, а, соответственно, увеличивается количество того, что мы можем выразить. А мне кажется, это самое важное. Чем больше мы можем выразить, чем точнее мы можем это выразить, тем, собственно, лучше. Тем мы будем чувствовать себя более удовлетворенными при игре. Вот. Это что касается механики процесса там, внутри пианино, на его стороне. Теперь про механику процесса на нашей стороне, то есть координация наших движений рук и ног. Вот смотрите, что происходит у нас внутри запаздывающей педали. Хотя нет, сначала немножечко другое. Сама педаль. Неважно, какая она у вас, тут вот такая лягушечка может быть, да, такая. Может быть имитация рояльной педали, такая длинная штука. В любом случае, мы пятку держим всегда на полу. То есть мы не вот так.
нога устанет. Она вот стоит пяткой на полу, ей комфортно. На педаль мы нажимаем вот этой частью стопы, вот этими большими подушками. Потому что если нажимать вот так, середина стопы не настолько подвижна и управляема, как район пальцев. Если нажимать только пальцами, то, опять же, нога начинает слишком сильно напрягаться из-за этого. И может еще быть вот так. И лягушка покажет свою лягушачью сущность. Начнет прыгать. Это, кстати, еще сюда же ответ на вопрос, почему у меня под пианино лежит плед. Потому что пианино стоит на пледе. Во-первых, потому что так его удобно возить туда-сюда. Провода всегда на месте, пол не царапается, и все, можно конфигурацию менять. А для меня это очень важно. Во-вторых, потому что вот педаль никуда не уезжает. То есть я стою вот на этом же пледе, и все у меня все всегда стационарно. То есть мы вот так нажимаем на педальку. Что мы делаем в плане координации рук и ног? Смотрите. Заметили? Сейчас я на всякий пожарный еще прям в этой, в эффекте матрицы. Поэтому она запаздывающая, потому что педаль берется после того, как мы сыграли новую ноту или аккорд, поменяли гармонию. У нас должны синхронизироваться моменты нажатия ноты и снятия старой педали. Именно снятие. А нажатие уже будет где-то после. Причем, ну, в целом нам не настолько важно, когда именно мы возьмем новую педаль. Потому что, в принципе... Я могу ее взять там секунду, две секунды спустя. Я же эту ноту уже играю. Рукой она все равно прозвучит. Поэтому мы фокусируемся в первую очередь не на этом. Это уже потом можно будет разбираться с тем, там, когда брать. От этого тоже будут зависеть небольшие микроны эффекта и так далее. Но самое главное скоординировать вот именно этот момент, что мы снимаем педаль ровно в тот момент, когда мы берем новую ноту или гармонию. Вот именно это и дает нам вот такое, ну, идеальное чистое состыкновение. Почему? Потому что грязи там быть не может из-за того, что мы сняли педаль в тот момент, когда мы взяли новую ноту. Мы сняли ее именно в этот момент. То есть все, предыдущее звучание очищено, теперь звучит новое. И дырки там тоже не может быть, потому что, собственно, мы сняли педаль только тогда, когда мы взяли новую ноту. Там дырки физически быть не может. Ей там негде быть. Поэтому вот, но здесь я хочу такое лирическое отступление сделать важное. Вот это не значит, что тот или иной эффект, да, там легкая грязинка или дырка, это что-то плохое. Я вообще думаю, что в музыке нужно очень сильно постараться, чтобы действительно что-то плохое сделать. А это эффекты, и они где-нибудь да пригодятся. Их нужно просто поисследовать, и тогда потом, зная свою палитру, вы сможете понять, что ага, для выражения вот этой эмоции мне нужно вот это. Например, давайте посмотрим, если мы сейчас заставим педаль запаздывать по всем параметрам, то есть не только на взятие, но еще и на снятие. То есть мы вот эту синхронность мы разобьем. Вот у нас берется нота, а вот снимается старая педаль. Мы сейчас снятие педали сдвинем еще позже немножко. То есть у нас в моменте соединения нот получится легкий такой замес. У нас старая гармония на долю секунды наложится на новую.
Что получится? Я думаю, что на звучании одной ноты будет сложно это понять, поэтому возьмем сразу аккордами. Сейчас возьмем по мясистее. Чувствуете? Это даже грязью это назвать сложно, это не грязь. Хотя, я сейчас играла полутоновые переходы, самые опасные как раз для возникновения грязи, но это не грязь. Это не грязь, это по моим ощущениям, это какой-то 3D-эффект. То есть это вот какое-то увеличение объема, добавление каких-то новых слоев. Можно даже, наверное, представить, как вот зеркала, система многих зеркал, вот что-то такое. Вообще, вот, например, в современной музыке частенько нужна какая-то дополнительная перчинка. То есть просто последовательности аккордов уже не имеют такой вот нужной силы воздействия, какими бы они там ни были суперкрутыми, или там какой бы ни была аранжировка, что-то еще надо, каких-то дополнительных микрослоев понапихать, чтобы вот был нужный эффект воздействия. Подперчить, короче говоря. И вот, например, вот такая грязинка вполне себе может сработать. Можно попробовать сдвинуть в другую сторону. То есть заставить педаль чуть-чуть опережать. И я думаю, вы сейчас поймете, что у нас там происходит и кто к нам там приходит. Ну, то есть во что эта педаль начинает превращаться, вроде бы запаздывающая. Ну, например. Появляются небольшие зазоры. Да, это уже приближается к звучанию прямой педали. Вот видите, мы с вами интересно понятию прямой педали пришли задом наперед. Прямая педаль, соответственно, да, это там, где синхронизация именно взятия новой педали с взятием новой гармонии. Соответственно, снятие педали идет чуть перед, а значит, получится дырка. Ну, то есть маленький или не очень маленький зазор. Вот если вы сейчас вернетесь к началу и переслушаете ту музыку, которую я сыграла в начале видео, вы услышите там, что первые два аккорда соединены вот этой запаздывающей педалью. Дальше я нагнетаю. Дырка! И опять по новой пошло. То есть вот, это вот прямая педаль, она берется ровно с гармонией, но перед ней образуется зазор. Здесь, конечно, немножечко все-таки другой момент, потому что я педаль брала не ровно в гармонию, а чуть позже. То есть это все-таки вид запаздывающей педали. И опять же, на акустическом инструменте будет слышно лучше. Потому что, когда мы берем педаль, все-таки добавляется какого-то объема, и на звуке это сказывается. И если мы, допустим, играем, да, вот это, а потом вот так, и у нас аккорд берется на чистую, то есть без педали, и уже на взятый аккорд мы чуть спустя берем педаль, то на акустике будет достаточно сильно этот эффект слышно. Поэтому мы можем тоже либо педаль прям сразу нажать, либо нажать плавно, регулируя работу вот этих как раз демпферов, как они себя ведут. Соответственно, вот. Запаздывающая педаль, она выглядит в классическом своем основном виде. Вот так мы координируем нажатие ноты со снятием предыдущей педали. И только после нее берем педаль следующую. И опять же, классический ее вид вот такой. Нога вздрагивает. Она сидит до последнего, а потом такая, ой, точно. То есть она делает легкое движение. Нужно здесь, опять же, скоординировать, почувствовать на всех инструментах по-разному. Это нормально.
почувствовать, в какой момент мы снимем полностью. То есть нам не нужно делать вот так, прямо задирать ногу, чтобы оторвать ее от педали. Не надо. Вот, ну, надо просто почувствовать, как работает механика вашего инструмента, неважно, электронного или акустического. И она будет делать вот так. Это вот классический вид запаздывающей педали. А дальше мы уже можем изучать разные ее вариации. Но лучше именно начать вот с такого основного вида. Вот если вы его в совершенстве освоите, вы сделаете себе огромную услугу. Потому что, опять же, этим видом работается практически весь массив музыки, особенно эстрадно-джазовый. Теперь про педаль прямую. Ну, в принципе, мы ее уже пощупали, да, она... Она берется ровно вместе с нотой. И если педаль запаздывающая, она используется как такой цементирующий, склеивающий элемент в общем теле музыки, то есть мы на такой постоянной, да, ежедневной основе склеиваем там аккорды, пульсацию аккордов, смену аккордов внутри квадрата, да, внутри построения какого-то в куплете, например. Ну, то есть мы просто вот на таком, как бы это, я забыла слово, ну, короче говоря, мы этим пользуемся постоянно, вот просто вот, то прямая педаль, она используется в акцентном характере очень часто. Мы сейчас не говорим про академическую музыку, потому что там немножко по-другому. Мы говорим именно про эстрадно-джазовую, которая в основном под собой имеет песенные структуры. Что такое песенные структуры? Это четко выделенные части. И частенько где-то между частями, нам нужно сделать акцент. Мы не можем подряд склеивать всю там 4-5-минутную песню. Слушатель устанет. Не в смысле, что вы там замучите его своей музыкой. Нет. Он устанет, потому что у него заболтается слух. Нам надо где-то его встрясывать. Так вот. Точно. Вот. И вот эти встрясы порою получаются как раз за счет вот этих дырок, вот этих так называемых стопов. Они бывают часто на границе, да что ж такое, частей. И вот опять же, возвращаясь к тому, что я сыграла в самом начале, да, чувствуете, если бы я их не разъединила, вы чувствуете, как сгладился вот этот вот второй проход по тому же самому? Вот это вот. Потому что это работа на контрастах. И если мы хотим сделать акцент, мы должны дать ему место, где он сделается. Мы не должны, извините, долбашить по клавиатуре. Мы должны сделать перед этим местом пустоту, тогда то, что будет после, прозвучит как акцент. И здесь как раз работает прямая педаль. Мы ее сняли, сделали дырку и потом начали с нее же. Вот она, прямая педаль. Что касается педали плавающей. Вот это, наверное, самый редкий и дикий вид педали. И он, по моим наблюдениям, все-таки, в отличие от своих собратьев, которых мы только что потрогали, он все-таки как-то остается в лоне именно академического пианизма. А академический пианизм – это виртуозный пианизм. Что такое плавающая педаль? Это вот, вот такое движение. Я когда думала над сравнением, поняла, что это можно ассоциировать с вибрато в голосе. Вибрато – это, опять же, свободные колебания, можно сказать, нашего организма, присущие именно ему. Так вот, чуть-чуть так в бочок отходя. Именно поэтому имитировать вибрато другого человека нереально. Потому что оно, вот это вибрато, оно создается именно из конфигурации его тела. Поэтому оно какое-то свободное, в каком-то свободном, свободной частоте оно идет. Но вибрато, опять же, да, оно же может быть свободное, а можно мы можем его подчинить определенному ритму.
То же самое с плавающей педалью. Она может быть разная. Она может и как-то там вот так шевелиться, может быть подчинена тому ритму, который мы играем. Не ждите, пожалуйста, что я сейчас ее буду показывать, потому что, к сожалению, вот на таком инструменте с вот такими педалями это сделать практически нереально. Ну, имитации, короче говоря, не хватает для того, чтобы это сделать. Имитации процесса. Вот. То есть это надо делать на акустике, но почему я не записала этот момент? Да, потому что, еще раз, плавающая педаль, она действительно элемент намного более профессионального уровня, сильно более профессионального. То есть это не следующая ступень, это, наверное, этажей через 5 от педали запаздывающей прямой, которые рядом по сложности, скажем, да, это вот где-то там. И почему? Не потому что это, ну, какое-то там движение специфическое. Нет, у вас просто нога вот так вот, она вот, вот так двигается. Она, что она делает? Она просто подчищает. Она подчищает замес. Она его создает и тут же подчищает. Соответственно, то, с какой амплитудой мы шевелим ногой, вот это делаем, там будет либо больше замеса, либо больше подчищения. Это нужно для создания вот, вот такого вот эффекта. Да, эффекта кружащегося какого-то такого водоворота. Но сделать на таком инструменте это очень сложно. Не из-за движения, еще раз, а потому что вот здесь. Вот здесь нужно настолько управлять процессами и иметь эти процессы нужные в автоматизме, чтобы вот это движение ногой выделить в процесс бессознательный, примерно как дыхание. Ну вот чувствуете, да, уровень сложности? То есть этим процессом мы будем управлять несознательно. Мы его выделяем на подкорку, и нога делает вот эти движения. То есть мы задаем ей конкретные характеристики этого движения, и мы отстраиваемся от этого. Все. Мы об этом не думаем. Мы думаем вот о том, что мы играем. А нога делает вот так. То есть этот процесс управляется подсознанием. А для этого, ну, надо очень-очень-очень-очень много работать. Очень много делать. Но это не повод, чтобы мы вообще ее не использовали. Опять же, то, что я сыграла в самом начале этого видео, там окончание вот этой конструкции, да, я там... Это такое, наверное, можно сказать, соединение педали плавающей и запаздывающей. То есть я подчищала не всю гармонию, а какие-то ее отдельные элементы. Особенно, если вы прислушаетесь. Вот здесь я подчищала прямо каждую ноту, да, я снимаю, и все, она прекращает звучать. А вот что я сделала здесь? У меня в руках ми, соль, ля. Дальше я беру ре, это все висит на одной педали. Я пальцами это тоже держу. Но я, когда возьму ре, я уберу соль. Чувствуете? Там в конце, из-за того, что я соль убрала и тут же почистила педальку аккуратно, у меня остался квартакорд. Соль ушла, и звучание расширилось. Квартакорд, он так работает, да, вот оно. Это вот так он бы звучал, если бы я не сняла соль педалью и руками. А вот... Все, соль ушла, и его растянуло вот так вот в объеме. То есть вот... Мы можем не запарываться вот в это изучение плавающей педали. Мы можем брать ее троюродного кузена, который тоже вот он исполняет такую роль именно плавания, подчищения легкого, не полного вычищения, а легкого подчищения гармонии. Но этот процесс будет намного более управляемым и более комфортным для исполнения.
Ну и плюс ко всему, в эстрадно-джазовой музыке, я не знаю, где можно использовать плавающую, вот прям классическую плавающую педаль. Вот эту можно. И то, как вы видите, в окончании построения. Где-то в середине, ну разве что только в каком-то соло, например. Да? Вот. А в куплете там все внимание будет приковано к сольному инструменту, и ваши вот эти вот штуки вполне возможно, что никто и не заметит. Хотя, опять же, да, переходя уже на какие-то следующие уровни погружения в музыку, вот эта вот филигранность, да, согласна, можно это и делать, потому что даже незаметные вроде бы эффекты на самом деле работают. Убираешь их и думаешь, а что-то не то. Что-то не то. А вот. Вот такая маленькая мелочинка, но она давала вот свой такой легкий блеск, который дополнял всю картину. Вот таким образом работают педали. Резюмируя, да, самая основная педаль – это запаздывающая. В ней самый основной момент, который нужно внутри себя собрать – это синхронизация нажатия ноты или аккорда и снятия предыдущей педали. Вот эти два момента должны совпадать. Тогда у вас получится идеальная склейка без нахлёста и без дырки. Вот они совпадают. Момент, когда вы берете новую педаль, вы можете сами смотреть. Лучше изучить самый основной вид, когда нога просто вздрагивает. Тогда вы будете управлять только процессом снятия педали, а падать она будет на автомате сама. Ну и это проще. Потому что чем управлять двумя процессами, лучше управлять одним процессом. Все. И пробуйте соединять так, как вам будет комфортно. Например, сначала можно поиграть там ту же самую гамму одной рукой, для того, чтобы сделать координацию в медленном темпе. Можно пойти на аккорды. На аккордах это будет слышнее, конечно же, когда вы будете играть последовательность. Если вы хотите так пристально, как бы через микроскоп посмотреть, как у вас это вообще там все происходит, попробуйте соединять аккорды полутонового соотношения. Ну, например, там си минор и си бемоль минор. Если у вас там что-то не так, вы услышите вместе соединение вот это вот наложение. На полутоновых соотношениях это будет слышно лучше. Вот. И потом можете попробовать составить, допустим, квадрат какой-то. Можно взять его из песни, в куплет. И распределить там педали. Где взять плавающую педаль, вот в том виде, в котором мы сейчас трогали, подчищающую такую. Где взять педаль запаздывающую, а где сделать стоп и взять прямую педаль. И если вы освоите вот эту запаздывающую педаль, как именно основной вид вашей педальной работы, она вам пригодится практически везде. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы с вами увидимся в следующих видео. Удачи!